Наркотические вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками УНК «Главка» в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых как на территории Саратова, так и области в период с мая по август 2018 года. Всего было сожжено около 5 килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения на общую сумму приблизительно 5,5 миллионов рублей. Из них 3 килограмма марихуаны, 160 граммов героина, 551 грамм гашиша, 20 граммов кокаина и более 1 килограмма различных синтетических веществ. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.